Вот, ну, то, что я рассказала, ребенок психически не трогает, да. Почему? Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами в студії Анна Кравчук. Скоро школа, безтурботний період, життя кожної дитини іноді виявляється не таким уже й безтурботним. Закордонні слова, булінг, аб'юзер, скулшутінг раніше нам були навіть невідомі, а сьогодні проблеми фізичного і морального насилля, на жаль, дуже популярні та розповсюджені в українських школах. Про уникнення і профілактику булінгу ми сьогодні поспілкуємося з психологинею Юлією Сіліною. Юлія, я вас вітаю. Добре. І почнемо, напевно, з першого питання. Я думаю, всім вже відомо, що таке булінг, але тим не менш, давайте розповімо деяким нашим глядачам, що це таке і які різновиди булінгу існують. Доброго дня. Что я хочу рассказать про буллинг? Под буллингом обычно понимаются такие слова, как запугивание, унижение, физическое и психологический террор. Для чего это нужно? Для того, чтобы ребенка или более взрослого подростка вести в состояние страха, естественно, научиться им управлять. То есть можно достигнуть определенные цели. Часто под буллингом и какие-то цели и достигаются, например, взять вымогательство, да, взять какую-то определенную вещь, деньги, что-то, чтобы что-то сделал, написал контрольную, дал списать. То есть буллинг, он часто используется для того, чтобы достичь каких-то целей. А які можуть бути причини і мотиви булінгу? Чому хтось стає жертвою, чому хтось стає от саме цим насильником, якщо можна так сказати, агресором? Причин очень много сейчас. Прежде всего, это наше социальное окружение. И самое важное, это наши средства с массовой информацией. Посмотрите, что передается по телевизору в новостях. Ну, когда бы не включил телевизор, кроме террора, жестокости, насилия, очень мало других передач. Там, где рассказывают о наших ценностях, например, о чем-то красивом, о каких-то праздниках, о достижениях. Ведь этой информации очень мало. В основном показывают фильмы, это боевики насилия. Показывают подростковые фильмы, тоже связанные с насилием. Очень редко встречаю фильмы подростковые, которые бы показывали о ценностях, о любви, о дружбе, как это было раньше. Естественно, для детей, для школьников, для подростков это становится нормой, использовать те методы, которые показывают по телевизору. Следующий очень важный момент, почему происходит буллинг и мотивы, это социальный статус семьи. То есть очень много семей есть неполных. Многие семьи, у которых родители алкоголики, наркоманы. Очень многие семьи, у которых многодетные. И для этого ребенка, который встает участником буллинга, не хватает внимания. Таким образом, он может тоже показывать, что уделите мне внимание через вот такой вот способ. Поэтому социальные вот такие вот роли очень важны. Кто еще может попадать, какая причина быть? Это психические отклонения, то есть патопсихологические отклонения. Сюда может быть какие-то психические расстройства. Это могут и шизоидные, и невротические расстройства, которые проявляются уже в детском возрасте. Сюда же идут поведенческие и познавательные нарушения поведенческих познавательных процессов, то есть дети, которые рождены, например, умственно отсталые или тоже вот какими-то с патопсихологическими отклонениями. То есть вот как бы такие вот важные категории, которые попадают. Но обычно еще могут попадать в категорию, например, пришел ребенок, который смеется, ну как-то не так, как все, например, громче всех. И, естественно, такой ребенок, он может попадать в эту категорию, потому что другим это не нравится. Бывают такие дети, которые вот они особенно любят одеваться, выделиться, демонстративного такого типа, который ребенку нужно внимание. Таким способом он привлекает внимание, одев какую-то такую вещь, которая, ну, не совсем она пригодна для школы и вызывающая.
То есть вот, ну, мотивов и причин очень много. Буллинг — это очень такой многообразный, многоликий. Потому что иногда под буллингом мы не всегда понимаем, что это есть буллинг. То есть это есть насилие, это есть травля, это есть физические какие-то насилия, то есть толкание, может быть, какое-то битье, может быть, даже сексуальное насилие в подростковом возрасте, это тоже очень часто бывает. Вот основные такие вот причины, но это только основные, потому что под всем этим кроется очень много своих личных, индивидуальных особенностей. Дуже часто діти, які стають саме жертвами булінгу, вони не виявляють бажання розповісти про це там батькам або педагогам у школі. Як виявити, що ваша дитина стала жертвою булінгу? Вообще, я всегда родителям говорю: наблюдайте за своїми дітьми. І чим раніше ви виявите какую-то такую вот проблему, которая начала подниматься, тем быстрее вы можете решить любую проблему ребенка. Потому что сейчас я расскажу, что можно наблюдать в поведении ребенка, но это не обозначает, что ребенок попал именно или, то есть ребенок стал жертвой буллинга. Это может быть и другие причины. Первое, что ребенок не хочет идти в школу. Вот часто сталкиваюсь: я не хочу идти в школу, я не хочу идти в колледж, я не хочу идти вообще куда-либо, я буду дома сидеть. Если ребенок так ведет, спросите, почему. Следующее — нарушение пищевого поведения. Пищевое поведение, нарушение бывает по разным причинам. То, что я вам говорила, это не факт, что это буллинг, но один из критериев, по которому можно понять, что что-то с ребенком не так, это именно отказ от еды или наоборот. Да, то есть или булимия, или анорексия развивается. То есть это очень страшное заболевание, которое очень нужно выявить на ранних стадиях. Следующее, что может быть? Страх. Ребенок чего-то боится. Ребенок плохо спит. Ребенок тревожный. Ребенок закрывается от общения, не хочет ни с кем общаться. Любые малейшие отклонения в каких-то вот поведенческих нормах, те, которые есть в семье, очень важно обращать внимание. Может быть, ребенок уходит в компьютерные игры, это тоже может быть сюда, потому что он ищет там для себя помощь. Любая раздражительность, любые истерики, любое агрессивное поведение, сюда же может быть и суицидальное поведение, я встречала тоже такие как бы ситуации. На уровне соматики, на уровне заболеваний ребенок может начать болеть какими-то заболеваниями. Это может быть грипп, это может быть какие-то физические отклонения, что-то там рука болит, нога болит. То есть ребенок говорит о том, что тоже что-то происходит. Сюда же входят, например, какие-то сердечные, тахикардии, расширение зрачков и как бы многие такие вот показатели, которые именно на телесном уровне могут показать о том, что с ребенком что-то не в порядке. Еще раз говорю, что это не факт, что это булимия, очень важно разобраться в причинах, но если эти критерии присутствуют у ребенка, обязательно обращайтесь к специалистам. Если сами не получается самим разобраться, есть очень много специалистов, в каждой школе есть психолог. Есть частные психологи, которые работают с детками, которые проводят диагностику, и дети раскрываются, рассказывают все до мельчайших подробностей. То есть с этим можно работать, нужно работать, и важно ребенку оказать очень быстро квалифицированную помощь. Все ж таки, якщо така ситуація склалася, як діяти у цій ситуації і дитині, і батькам, і чи можуть на це вплинути педагоги у школі, от психолог, за якого ми сказали, хто, як у цих ситуаціях, кому діяти? Обязательно підключається в цю ситуацію психолог. Перше, що потрібно зробити, во-первых, вислушати ребенка. Сразу скажу, що
не всегда ребенок может сказать правду. Дети очень часто фантазируют, но все равно услышать ребенка важно и прояснить эту ситуацию важно. Следующим шагом это обратиться к руководству школы или учебного заведения. Обычно замы, заведующие, они не такие вот вещи не пропускают мимо себя. Они начинают разбираться, они подключают психологическую службу школы, они подключают социальных работников. И важно в этой ситуации разобраться, то есть провести следствие. Потому что, еще раз напоминаю, что ребенок, который рассказал, он может быть даже не жертвой, а наоборот агрессором. Тоже нужно понимать. Еще очень важный момент, тот ребенок, который стоит в позиции агрессора, его наказывать нельзя. Ни в коем случае нельзя оглашать на все учебное заведение об этой ситуации, превселюдно наказывать ребенка. Важно провести расследование, важно донести, расспросить всех детей, как это была ситуация, прояснить эту ситуацию. И если уже выявлено, что вот этот ребенок агрессор виноватый в том, что он содеял, то провести с ним психокоррекционную работу. Это может быть индивидуальная работа в кабинете психолога, это может быть групповая работа именно в группе, для того, чтобы сплотить и больше дети узнали друг друга. То есть это могут быть какие-то социальные игры, это могут быть психологические игры, которые проводят наши психологи в школьных учреждениях. Бывают случаи, связанные с наркотиками. Вот сталкивалась с такой ситуацией, когда ребенок на первом курсе колледжа попал в такую ситуацию, в историю с наркотиками. При этом он не употреблял их, а просто был в этой компании. В итоге ему вешают ярлык, кто преподаватели, у которых он обучается. И до четвертого курса он славился как наркоман, его даже кличка наркоман дали. При этом этот ребенок, он потрясающие презентации делал в профилактике наркомании. Этот ребенок, который был абсолютно очень как бы негативно настроен против ребенка, но тем не менее преподаватели не захотели увидеть в нем как раз вот того ребенка истинного, который он был. И его 4 года за счет этого унижали, оскорбляли, всегда вот понижали оценки, и его не брали на какие-то ответственные мероприятия. И, естественно, это сказывалось на дальнейшую судьбу этого ребенка. Чтобы понимали, буллинг бывает как со стороны преподавателей. Преподаватели очень часто имеют способность обижать детей, там, обзывать. Они могут из группы выбирать любимчиков, это тоже неправильно, потому что этот любимчик, он тогда попадает под как раз вот под буллинг, и могут, его могут, ну как, или обзывать, или говорить там любимчик, то есть ему дадут очень сильно большое внимание, и естественно, ну, лучше от этого не будет. То же самое буллинг бывает со стороны учеников к преподавателю. Потому что сейчас наш закон такой, что дети, они обязаны говорить в сторону преподавателей все, что они хотят. И, естественно, руководство школы должно принимать меры. Иногда преподаватели попадают под неправильный, да, как бы угол. Дети могут критиковать преподавателя, могут обзывать, и это на законном уровне. Ну, вот, к сожалению, у нас законы все это не регулируют. Поэтому есть и со стороны детей. Поэтому настолько многообразен буллинг, что его вот разобрать, вот сразу рассказать все его критерии и возможности, которые есть, практически невозможно. Каждый случай, он индивидуальный, его нужно разбирать индивидуально. Ми спілкувалися з приводу того, що на вашому власному досвіді також були от такі моменти. Ви розказали щойно нам про хлопця, який стикнувся теж з проблемами булінгу. Як взагалі ви часто стикаєтесь у своїй роботі саме з проблемами булінгу в наших школах? Які от такі приклади були, що дійсно варті уваги?
На данный момент я сейчас не работаю в учебном заведении, но когда я работала в учебном заведении, практически каждый год, начиная вот с октября месяца, эти ситуации, ну, как бы раз в неделю, два раза в неделю они всплывали. При этом не всегда это называлось буллингом. То есть это была какая-то вот такая вот критическая ситуация, естественно, в которой происходило насилие. Но как бы насилие своим именем не называлось. В школах это часто происходит, при этом очень многие вот такое вот насилие, которое происходит между детьми, оно не озвучивается на уровне как бы учителя, на уровне директора, на уровне зауча, или даже дети боятся об этом рассказать родителям. То есть очень многие случаи об этом не оговариваются, не говорятся. И статистику как бы подсчитать очень сложно. Вот в принципе психологи проводят такую статистику в анкетировании, в опросах, и тогда дети могут рассказать об этом, то есть, ну, анонимно могут рассказать. А так вот дать статистику четкую, честную по школам сейчас практически невозможно. Но ситуаций очень много. А питання будуть? Так, будь ласка. Здравствуйте. Все, что вы рассказали, это касается только детей и подростков или взрослых тоже? Потому что понятно, что бывает и в коллективах, и везде буллинг по отношению, ну, к взрослым людям. Все то же самое? Психология такая же? Да, но опять же таки, у нас еще помимо слова буллинг есть слово абьюз и как бы насилие, это уже больше к взрослым. А слово само буллинг, оно больше относится к детям и к подросткам. То есть это такой вот социальный феномен, который его впервые озвучили только в 90-х годах, и он больше принадлежит группам детей. Само слово буллинг, оно принадлежит больше группам детей. То, что касается со взрослыми, это уже больше абьюз, это какое-то семейное насилие, насилие, которое происходит у родителей. Кто становится жертвой буллинга, ну, портрет какой-то, кратко, да, если можно, и как себя вести, чтобы не стать жертвой? Это... Есть какая-то формула, конечно, я понимаю, что формулы это очень упрощенно. Формулы нету, это все зависит от воспитания семьи, насколько структурированная, насколько психически здоровая семья у ребенка. Я сейчас работаю с детьми, с подростками, работаю в индивидуальной форме, и я сталкиваюсь с тем, что... Страдают именно жертвами, становятся дети, у которых неблагополучные семьи. То есть на вид они кажутся благополучные, внешне вы можете посмотреть и сказать, что это очень благовидное, честное. При этом это семьи верующих прежде всего. Вот сталкивалась не один раз семьи верующих, у которых дети... становятся жертвами. Почему? Потому что у них же всегда это в культуре, это в самой религии заложено. Ну, то есть вот позиция жертвы заложена в самой религии. Поэтому, естественно, они попадают под эту. Очень важно, что попадают сюда под буллинг, это опять же стигматизация. То есть, если, например, ребенок чем-то болен, то есть то же самое, ВИЧ заболеваемый, это все. То есть, естественно, буллинг будем прослеживать. Если это какой-то другой национальности, если ребенок с какими-то отклонениями, это могут быть физические. Прошу прощения, стигматизация – это ярлыковые какие-то вещи, да? Конечно, да, стигматизация – это ярлык. Вот я же привела пример, да, то есть ВИЧ-заболевание. Потом могут быть какие-то психические отклонения, потому что, смотрите, сейчас отдельно в школу, ну, как бы, сейчас с психическими, с психиатрическими, ну, патопсихологическими отклонениями детей ведут в школу. Их не ведут в отдельную школу. То есть вот по нашему закону такие детки должны учиться у нас в общеобразовательных школах. И, естественно, эти дети в первую очередь попадают под такой вот пресс насилия, который есть в школах. И вот с этого можно составить предмет. То есть предмет, ну как бы портрет. Естественно, и психологически, естественно, и как бы физиологически, ну, на уровне физиологии заболеваний. Кто чаще признается, жертва или агрессор в том, что происходит? Ну, агрессор как раз меньше признается, потому что у него позиция «я самый сильный, я могу делать все, что угодно». Но сразу скажу, что почему я говорила, что агрессора наказывать нельзя, а нужно проводить психокоррекционную работу. Это говорит о том, что ребенок, который становится агрессором,
в нем тоже что-то есть неблагополучное. То есть тоже может быть что-то в семье неблагополучное. Почему? Потому что я говорила, что позиции жертвы может принять любой, и агрессор может понять, то есть принять эту позицию тоже любой. То есть если есть какое-то социальное неблагополучие, то есть то, что здоровье, это понятно, да, психические как бы отклонения. Но если еще есть социально неблагополучный какую-то семью, которая в стрессе постоянно живет, вот, там дома что-то происходит, гиперопека сюда входит, гипоопека. То есть когда мало внимания, гиперопека, это тоже это бич нашего времени сейчас. Когда очень желанные дети, а дети от этого очень сильно страдают. И вот они тоже сюда попадают, в эту категорию. Вроде бы семья благополучная, в достатке, все здорово. Но вот они попадают сюда, да. Бывает такое, что дети... Один вопрос. Что вот из числа детей, которые агрессоры, ну, что вы передаете, условно говоря, психиатрам, да, на лечение? Нет, я не говорила такого к психиатрам. Я говорила о том, что нужно вести психокоррекционную работу. То есть, смотрите, такие дети, они направляются на консультацию психологу. Они направляются к консультации психологу, и психолог тогда определяет, нужно ли куда-то обращаться еще. Потому что ко мне обращались дети, которые потом, как я понимала, были с шизоидными расстройствами. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні ми почули всю необхідну інформацію. Я сподіваюся, що дійсно з кожним роком проблеми булінгу, проблеми фізичного та морального насилля будуть зменшуватися, статистика буде сходити на нівець. Будьте уважними до своїх дітей, як ми почули, не треба опікати своїх дітей аж занадто. Просто будьте до них уважними, прислухайтеся, слухайте, і ви, діти, також слухайте батьків. Бажаємо вам гарного дня, готуйтеся до школи. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Кравчук, Юлія Сіліна. До нових зустрічей!